Давай один край. Там на взлетке 8 метров, да, надо? Радар правильно показывает 8 метров? Да. Правильно показывает. Просто какого хрена вы в центре становитесь? Вот постоянно FDK стоит там. Ну, свалите, потому что, блядь, Саня нахуй, потому что тут чисто. Чисто. Может быть, что надо сделать, чтобы там хилы стали, нет? Так пусть они стоят, нахуй. У меня есть ТП-шка, я взял ТП-шнулся и ушел отсюда, нахуй. Не то, что не стоят. Сука, ты... Вы просто... Саня, я на дальний. Тут на дальний со мной три человека. Я пришел на ближний. На ближний никого не было. Все, встал, нахуй. В чем вопрос? Вопрос в том, что видят люди, что там есть человек, он не может туда встать. Ты это понимаешь? Так я туда прибежал на последний камень, когда она уже кастила что-то. Посмотрите, близ. Вы, часть из вас может остаться на сцене вообще. Мимликов. Часть встаньте к стенке, часть еще к стенке. Вон, за этот большой круг разойдитесь. В центр оставьте килам всегда. Да пристают, блядь. Да какие вообще вы бегаете там? Одного кила потеряли, блин. Вообще не бегайте на взлетке. Видите, вообще вот этот через центр никогда не бегите. Пиздец. Меня рядом Хан прыгал, скакал, вокруг меня прыгал и типа, блядь, бил босса. Сюда-сюда. Через меня. Забейте на битье босса. Пока не нашли позицию босса, не трогайте. Ей, да ёбаный, ко мне даже не говори, нахуй. Пиздец. Как будто я Лёня. Я видел, что ты был в центре. Больше никого не видел. Может, кто-то еще был, поэтому и тебе сказал. Видел бы кто-то еще, дал, сказал бы другому. Ну что, блин, ну соберитесь. Я предлагаю всему рейду минус 500 сделать и... просто. Я предлагаю, чтобы ты просто помолчал и сделал то, что от тебя требуется. Ну что ты, Юра, лежишь? Что там у тебя? У меня вопрос такой, почему после каждого трая у нас люди, ну, 5 минут афакашат? Это нормально или как? У кого-то там постоянно... Блять, после твоего трёпа отдыхаю, Лёня! Вон, вон. Ну, блядь, не, ну серьезно, мы вайпнулись. Что за сумасшедший день? Ну это ладно, я про себя не говорю. Не, ну Саня скажет, что он не прав или что? Ну типа мы ждем больше, чем бьем. Ну нахера такое надо? Ну типа куда Ренессанс сейчас уходил? Что это было? Блядь. FDK, ты красавчик, блядь. Да я круг обожу нахуй, ну дай мне ИП. Да, давай. Дал диван. Че, может перекур? Это пиздец был, блядь. Это, блядь, я даже не заметил, что там босс стоит. У меня тут художнические, блядь, эти геометрии, нахуй. Никогда там босс не стоял, и вот опять. Да. Пиздец, охуел. Фидики, уже кукуха полетела. Да пиздец, да я кружок, нахуй, я хожу, обожу, блядь. Заебали стоять. Если будет АФК... Без предупреждения тоже. Тоже будет минус сейчас. Всех предупредил. Ребят, доски мне не достал массовый рейс. Подожди, Вики, ты любишь, когда я тебя попробую? По квадрату, блядь. Эй, всех канаурейт. Я ей просто заебали уже. Худите. Жень, не флуди реально, блядь. Те, кто флудить могут, они и будут там флудить. Пиздец.
Нет, ты столько нахуй ты меня мутишь. Если ты будешь сейчас пиздеть лишнюю информацию, получишь мне еще 500 сразу. Во-первых, я пижу. Ты сейчас проебал кучу времени. Прочитай речат. Я читал речат, я так и говорил вначале. Про бабу не говорил, бабы могут тоже быть. Все. Тебе сказал первому отдать гимн, два сейва, на вторую взглядку двум остальным душам, ну, пристал. Слышали, Наёми Джипси? Плюс урейд. Слышали, слышали. Давай быстрее, Саня, 10 минут класса. Мистер Бонд. Хацуна. Я тут, если что. Да, отлично. Хацуна побегает, ест рыбу, сразу начинает. Дебаф, давайте. Если ты сейчас еще раз запулишь, будет в два раза больше. Стоит оно того? Вот подходить в центр, выебываться. Бля, если ты будешь спрашивать у меня... Я тебя пошлю нахуй, Сань. Что? Если ты будешь меня спрашивать что-то, а потом мутить, то ты идешь нахуй. Или кто меня мутит там? Позади, да? Не знаю, кто тебя мутит. И еще потом разберемся с тобой. Сейчас нет времени. Фаска 9 минут. Коля, чего не хватает? Да я мискликнул, все нормально. А, все, окей. Галя укусит, это Женя укусит. Ты учишься, я сбить не могу Женя, пока я бегу. Поэтому... Кити. Кити. Из Морска побежал. Что говорит они. Закинь его ИПС. Не стой на пол рендже в раска, блин, стойте чем всегда на минимальной рендже, на которую вы можете стрелять, чуть пак быстрее сносить, да, вот еще не тренинг. В раска. Мозг. Женя, дальше с тобой встречаемся по укусу в квадрате, Петя укусит Дексиона в кресту. Тень 5-3. Мобба. Морский нер поводит. А Маша по Полинару за этим. Тени дрин. Ой, на эти тени вот побежал. На себя зубы закинь. Не антифир мод закинь. У меня уже антифир есть. Бежали от квадрата все. Наёми, подбеги немного в сторону. Кусай Женя любого человека. Не двигайся, главное. Потому что бета-тестер, блядь, в квадрат. Молодец. Молодец. Есть встать? Есть встать или нет? Я с ней говорил вставать, я просто спросил, есть встать, блядь. Люцани. Дай Маше ему БР. Иннер, Наёми, на ману за кресту.
не вставай, пока скажу, когда встать. Меня можно укусить, а в дикле можно укусить. После парка встань. Определенно укушу. Определенно укушу. 3 секунды тяни. Давай, бьем этот тестер. Ребафните его. Ребафните бета-тестера. Следующий имер, который отканется, в скибиди зальете. Что-то с умной бинами. Тени. Дексон. Блядь. Во, милики, свободный край самый. За квадратом. Бегите туда. Вместе не бегите из морски, еще там кто-то. Держите рейн. Нормально счет стали, молодцы. Так, я укушу в Акати. Мерарио. Убежались. После укуса подадим Геру. Так. Отдали укусы. Дали Геру. Нормально, молодцы. А-а-а. Ну кто там не вынес? Ну ё-моё. В дике. В дике не вынес? У меня экран, но у меня экран одинакового цвета. Ну да, можешь мне давать. Давай диван. Хватит. Блять, ну. Нас... Когда ты укушен, надо смотреть на дебаф. Там не меняется цвет на розовый. Да какой цвет вообще? Блин, следите просто за экраном, пишет за ник. Я просто следил за другим. Почему? Ладно, давай дальше. Что ты там въебался? Сам не вынес теперь. Что въебался? Вот сейчас я на тебя нахуй буду въебываться, за то, что ты говоришь, что я въебывался. Я на это нахуй не въебывался. Что кто-то, блядь, там не вынес из-за того, что два дебафа было. Заходи, я покажу вообще свои. У кого есть хилл абсорблен, тяните, пожалуйста. Гэнь, постарайся еще так сильно не бурстить, чтобы я первый укус забрал, потому что... Прикол я вообще не бил, можно сказать. Я 20 килла нашел. Ну, сильно, видит, кританул, там повезло и так далее. Ты выпал первый базу. Засуните, да? Да. Я сумоним. Я просто смотрел, что ты вообще не бил, ну, босс. Но я же не мог бить, я подбегать должен. Блинк тоже не могу ждать, заберу у зеркала. Причем мгновенок никаких у тебя нету, так что что-то. Блин, я кастер, ё-моё. У мага же есть какая-то мгновенная херня, чё? Она урон не наносится. Да? Ну, там понты. Да она даже не качается, если. У меня есть одна мгновенка через... Называется глыба. Да, ей. Короче, сейчас фласки у кого закончились, киньте обмен. Обязательно перепейте фласки. Боже, что сегодня творится. Нас на последнем укусе укусили, если не ошибаюсь, 2 хилла. Эмобой был не укушен. Еще кто-то... Правильно, урона хватало, по идее, Саш. Я смотрел, там вроде хватало. Дело не в том, что не укусили, а в том, что сейчас не вынесли. Там было 30% и время еще... До хера. Ну, что сказать, что он не прав, типа, я не укушен, половина ДДшников не укушен, а не хилов кусает. Он прав. Ну, так и ты прав. И ты прав. Ну, блядь, ну ты пойми, у нас есть люди, которые, видимо, до сих пор не понимают, что делать здесь. И они кусают хилов. Ну, так лучше пусть они хилов укусят, чем они вообще никого не укусят. А так ты прав, да. Что мне сделать с этим? Ты путь предложи. Решение проблемы. Поменять этих людей, ну было бы поменять, я бы поменял бы, но нет сейчас ни на кого поменять. Надо добор. Ну так просто до первой фазы, ну до этих укусов кусают в основном топ ДПСеров, которые точно должны знать, что это. Ну типа это не последнее, где уже хилл, кого только можно кусать. Ну типа, ты считаешь, что они не понимают, что тут происходит?
после обмена. Я не знаю, кто это делает. Я укусил Вакати последним. Вкусом своим. Я предупредил. Кто укусил хилов, не имею понятия. Скачаю аддон, посмотрю потом. Саша, вопрос не в тему. Твой Rails X2 когда будет, Серега? В онлайне не знаешь? Нет. Ну, сегодня я там займ. Не, просто... А что так? Ну, хотел, знаешь, ну... Люди пишут, мы играем где-то, ходим, и нравится, хотят вступить в гильдию. Просто, может быть, дело было делать там какой-то другой статик. Он пока не может этим делом заниматься, он с Украины. У него ничего не стабильно там. Он возле похожего. Понял. Ну, значит, ну, не знаю, конечно, подумать. Он с апокалипсисом живет в одном дворе. Да ладно? Да. Че, че, друг другу долбят? А за такое... Тебе прямой вопрос. Все, короче. Я шучу, я шутка. Ладно, ребята, не обижайтесь. Может, это шутка, черный юмор. Ну, короче говоря, просто народ пишет, Саш, на самом деле. Спрашивают, просто, ну, может, собирать бы новый статик, собирать, как бы их водить, учить, одевать, и 25 обучка там такая. Ну ладно, потом, от следующего вопроса. Давайте. Все, забили. Да, давай. Давай потом, согласен. С этим делом разберемся. Что-то еще за хвастками кидает обмен? Все хваски должны быть. Сацуна, Женя, вы без хваски. Семь мин мало, но, блин. Лучше возьми, выпей. Сацуна возьми. Блин. Все готовы? Давайте, соберитесь. Убивали тысячу раз. Три. Да, это много. Все равно. Все, бей, бейте, бейте, бейте. Нормально, все, заберу сейчас. Юй, подними, пожалуйста, выше так стенки. Я максимально в упор к стене стою. Хорошо, хорошо, ты молодец. Внимание, понял. Дай и поездку вой. Стене. А я... Ах, ладно, эти пропадут. Ну, не выносите вы через центр. Сразу в сторону. Не нужно бежать вперед. В сторону тупо загали, а и понесли в сторону. Эмоции. Нормально. Ну как, относительно. Нормально. А, из морский инер по сацуну сразу зальешь. Спасибо. Так, Дексиона в кресту, шнурки с Петей в квадрате. Следующая тень и взлетка будет. Возле креста никого не должно быть. Кроме меня и Дексиона. И то же самое возле квадрата, блин, побежал. Рэнш, 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 мастер, хорошо, молодцы. Молодцы, сейчас нормально сделали. Джипси, гламур, аккуратно. Рядом не тащить. Сбежались. Если есть... Ладно, да. Похолона поднимите. Я не могу.
Раз купать прохилите. Хорошо, молодцы. Так, Маша, закинь иннер по скибиди. Войд, как закончишь ману, нажмешь сам блин. До себя. На ману. Тихо-то. Можно, Женя? Да можно, забываю. Я укушу РДК. Бета-тестер, Майлик, Ренессанс, Мистер... А, шнурки до сих пор не укушены, шнурки надо укусить. Пиздец, я затупил. Убивайте его быстрее. Я не буду. Изморский Бэр его, не вставай, Женя, только. Слюзу. Я пока зеленка. Поздно. Станет после этого. После взлетки хотя-нибудь было. Можно. Ренжу, держите, сейвы отдайте. А пока вот пушу. Маска отдаст БР. Кто там еще умер? По Будрейву надо. Ларию кушал. Укусу бета-тестера. Блядь. Давайте. Блядь, пакт хуёвый. Стали? Где они? А, сейчас скажу, Булдрайвен вышел. Геру дай. Геру дай. Пробуй. 30%. Женя, кстати, есть? Нет. Хватит ДПС. Пени. Так все. Я даже встал, хп, крик дал, все равно убило. Ну, тик это. Я себе тоже минус помог, я хуял, тебе сказал встал. Под пак прям. Не, я не под пак встал. От босса то, что баф идет. Урон. 4500 ударил. Хилы все не укушены, абсолютно все хилы не укушены. Не укушен. А там верса. Да я знаю. Попробуйте что-нибудь делать. Да, нет. Падающий. Это была лужа, да, наверное? Да, это инху меня не смогли бы быть. Это было. Блять. Блять, ну давайте вы выносите лужи, будете еще покачественнее, пожалуйста. Что это сложного вынести нормально, ровно лужу? Стоите, блядь, втыкаете до самого конца. Тихо, все, не совать, вакати рисает, все, никто не бежит. Давайте. Я уже встал, меня с ума неси. Что сложного, блядь? Спортсмен, вам заранее говорят, блин, приготовьтесь тени, блядь, следите. Из-за того, что вы херово тени выносите, место меняется, где мы можем бить. Не, вот то, что я лужу относил, я обратно не успел пробежать, чтобы укусить. Охрен знает, это минус ЕП или как? Куда это времени вот укусить как раз впритык? Просто как я кусаю любую цель, любую. Я просто вижу, что прыжок потратил, получается, чтобы лужу грамотно отнести. И там в это время без как раз укус. Женя, там без прыжка времени не хватает. Я имею просто в виду, чтобы вынести именно само нормально. Нет, понял, что ты говоришь. Я говорю, хватает времени, чтобы... Нет, два раза на последней секунде укусывал. Добегает до цели, хуяк, она покрасит. А почему 500? Вайп, что ли? Это к вайпу, да. Человек, который укусан... Так, люди ищи... давали укус. Ищи себе. Сейчас. Здесь не в этом дело. Вайп. То, что ты... Был первый из укушенных, это привело к вайпу. Так, и себе я снял за то, что я сказал встать хуя. Все, давай, честно.
Да, то есть из-за того, что получается, ты сдох, мы потеряли минимум 2 укуса. Я встал, и сам такт босса, вот этот вот урон, 5000, меня убило. Меня ни пакт, ни что не убило, то есть. Сам дефолтный урон массовый. Не знаю, зачем ты себе минус 500 даешь. Я даже встал, хп крик себе дал, мне снова шокнуло. Все. Потому что я дал хуевую команду, вот и отнял. Ну ладно бы меня пакт убил бы просто. Ох, тихо, давай бить. Похер на это ИП, убить его не. Бежали ближе к боссу. То же самое, Дексиона крест, печа, шнурки квадрат. На Кате, на тебе неистовство, что ли? Что-то у тебя грамм много. Да, на нем неистовство. Выключи ранее. Ладно. Вот, если есть поиска, закинь, забыл по ним сказать. Я не. Я в дикей выглядел. Ага. Вижу, вижу, вижу. Тени, ой, эти пусы. Так, из морских инер по войду, Маша по сосуду. Тени. Джипс. Джипси. Молодец, нормально вынес. Я в квадрате, да? Да, вы в квадрате с Гэнни. Я с Дексионом. Интересно. После этих теней, на эти тени можешь будет закинуть зубы. Браска. Только не в центр, Христа ради. Блять. Ну нормально, нормально. Смотрите, там край еще свободен, который в самый краешек возле стенки тоже можете. Крест освободите, не бегите в крест. Играешь. Сейф нажмите какой-нибудь. Я не секунду. Дексиона. Войт, нажмешь гим, как будет мало маны. Чем заодно установить. Дексиону поднимите, обязательно. Так, я укушу. Джипси укушу. Это скелли. Тень, секунду. Вон он. Могу сдать секунду, 5. Следующий его локати укушу. Майлика можно еще. Эрарию. Эрарию укушу потом. Тени секунды. Эрари побежал. Да. Только не полуже, не полуже. Рядом. Молодец. Да ты сейчас квадрат. Хотя на эту петлю поднимите. Машка, я пока лучше с ней бегай. Маша, подними из морского не вставай. После того, как он...
Побежали. Я раю. Че не скоро? Так. Скидывай. Подними мистербонд Маша, либо из Моцку. А тут джипси, ёбзи твои. Джипси минус будет. Да чё, не хватит ДПС. Минус 2 мёртвых, и джипси, блядь, не отдал укус. Ну, я не понимаю. Минус. Дамажем, да дамажем. Да вы Геру уже... Да Геру уже не дали, блин. Давай Геру пробуем. Тянь. Ой. У меня полностью без маны. На этой взлетке что-то либо вы в лужах стояли, либо я хер знает, почему так много урона получали люди. Прям да очень много. Бегают вместе. Всем лямо, давай. Да вот, как раз джипси, который меня убил. Бежи, на яме, на яме. Ну не успели все равно. Ну 4 ляма уже прогресс, так что. Следующий. Какой прогресс? Это регресс, блин, Петя. Мы, блин, убивали спокойно. Сейчас, блядь, не убиваем, потому что кто-то, блядь, не может нажать укус, блин. Да тыкай ты на любые цели. Ну ё-моё, больше его кусать не буду. Ломура можно кусать, надо прям проверить, да? Десять секунд есть. Я не могу понять, как вы не можете никого укусить за 10 секунд. Да один раз попробовал. Секунду. Цель должна находиться перед вашим лицом. Если она стоит а за спиной, то вы уже не укусите. Тык, выбирайте цель, начинайте крутиться на месте и тыкать. Вот Петя тоже верно сказал. Я все время мышкой кручу. Из одного, второго, если не тыкаете. Третьего и так далее. 10 секунд времени валом просто. Блять. Ну да просто бегите, ну, бегите. Просто бегите. Я могу это здесь уже. Бля, вот как тут себе поставил около компа? Я прям себя здоровым стал чувствовать. Чем? Кактус поставил около компа. Слушай, я сам бородатый сижу, я сам как кактус, блядь, так же нормально все. Я тоже бородатый, отрастил бороду себе. Ты мою бороду не видел, у меня борода почти шею закрывает. Нихера себе. Я сейчас Сашка решил отрастить, решил бороду себе. Потом ее нормально все обстригу и чтобы такой... Чтоб посетителям посыпать дровосек. Подарок от шеф-повара. Подарок. Не знаю. Подать подарок. У меня ничего не падает. Никогда. Даже пипка. Давайте, соберитесь. Короче, тут вас стимулировать. Сейчас за такие ошибки. А, Люкси не отдал кухню. Сейчас не буду. Чтобы вас стимулировать. Сейчас вас убьем босса, дам сразу 500 ЕП. За свак такой, который приводит вайпу, будет сразу минус 1000. Давай 5000. А что там по заменам? Не знаю, мне уже звонили, я сказал, пока погодите. Сейчас, говорю, я пописываю. Пока что я чувствую, ребят, давайте. Андрей, ну видишь, блядь, вот всего хватает. Не сдохло бы 3 человека. Даже один, вот Дипси не сдох бы, скорее всего, убили. Да я давай еще трай, нормально, я пока писаю, сижу. Там мы сами до 4. Ну заебись, что. Сходили сегодня, круто, бля.
Что там насчет баблов и капли от паладина? Не рассмотрели идею? Четыре паладина, считай, не забыли. Я каплю даю на последние тени. А я вообще не знаю, что такое капля. Да там не на тени, там надо вот на момент, когда она летит вверх на вторую взлетку, нужно давать на тех людей, которых сложно прохилить. Это Шам. Возможно, можно дать на ШПшников двух, которые кастуют гимн, чтобы они точно не взлетли. А. Я как, когда идут эти взлеты, я прохилов прохиливаю вольт. Да, это понятно, прохилов. Саш, да мы тихо, мы просто человек объясняет, поэтому нет, все нормально. Просто, ну, сам представь, нам легче меньше целей будет прохилить. 4 цели в бабле, и 4 человека, они могут засейвить минус 30% урона. Не знаю. Ладно, давайте. Очень тяжело. Они так все прожимаются, мы не из этого убираем. Если люди где-то рядом стоят, либо возле уст, либо друг с другом, из-за этого они вдыхают. Да. На этом. Ну, на ретрике все соло могут выхиливать. Там отбегать в самый конец, как я делал около вот стенки задней. Все. Ешьте рыбу и погнали. Семь супруги скажу, я сегодня на тебя капли кину в рейде. Диван. Кину на диван, а там каплю. Баф. Угу. Все готовы, погнали. Все. Спокойно. Расслабили. Убили. Женя. Да, и Женя, Войт поиску. Не, на Йоми побежала. Молодец, сейчас хорошо, более-менее сделала. Тень через 6 секунд, приготовьтесь. Уже будьте готовы выносить. Бон, мистер. То же самое, Дексион крест. Печа квадрат. Последняя тень и взлетка будет. Крест. Квадрат свободен должен быть. Рари, Лёня. Молодец. Зубы по нему закинь. Набрали Ренжу. Да, братска, блядь. Чё ты в крестовочке делал, потом, блядь. Дай БР Маша ему, не вставай только. Скажу, когда встать. После пакта. Встань. Вставай. Изморск. Ебахни чевраску. Ой, ты слезь, пэска закинь. Дальше укушу в Акати.
Не, не выкачи, надо дерзко поставить убили. Ой, Маша Инер почти резали. А, Инер дал. Из Морски, значит, Мифт Инер по Суне. Малик. Морский Инер по Сасуне на Йоми Гимнаману. Гламура надо упустить обязательно, вдохни. Хотя типа уже пох. Взлетки надо было. Тень. Манлик. Манлик. Все, не сдохните, наберите рейндж. После укусов свои сейвы отдавайте тоже. На Йоми, рядом с хилом стоишь, на Йоми. Рядом с хилом стоишь, двинь чуть назад. Мистер Бон далеко слишком играл. Дай возможность по нему БР. Не вставай только. Укусы отдали. Не беги, я косите. Бот. Геру? Геру, да, Геру. Что, не затупите сейчас, должны убить, если не затупите. Ну, джипси, нажми гимна ману. Ренессанса еще можно будет укусить. Апокалипсиса, Войда, Полинора, Сацуна, Скиби. Тень через 5 секунд, я Ренессанса. Джипси побежал. Давай, души. Вкусы приготовьте, скоро будет. Писайте, кого сможете. И потом сразу же босса бейте. Вы не ищите тени, главное, тени посмотрите, на ком будут. Из Морски. Из Морски вынесли. Бьем, вынес. Бьем, бьем. Отойдите оттуда. Баблы, баблы. Блять, просто. Ну в чем проблема? Ну бежать сразу. Саш, можно? Не знаю, может я не прав. Вот эти последние укусы, которые прям перед берсом, мне кажется, надо забивать на эти укусы, кого кто кусает. Ну, самых последних хилов там. Паша, ты не можешь бить. А, слушай, ну автоатаки хотя бы, я не знаю. Там надо... Надо топовым ДДшерам передать укус, вон, которые хики, шнурки, определенно вот эти, им надо обязательно передать кому-то. И чтобы они добивали, так как они больше всего ДПС дают. Я, собственно, передал так-то укус. Я тоже свой передал. Ну там, короче, как они превращаются, сразу персов добавится и пезда. Вообще, по большей части сейчас был вайп тупо из-за того, что кто-то умер. Кто там умирал? Ну прям в ХП не добит. Маска, мистер Бонд. Да, ДПС реально... Ну, прям в притирочку. Даже если бы никто не умер, прям в притирочку, согласен. Надо что-то с этим делать, что-то не то. Надо Мобоя вместо из Москвы. Привет тебе. Мобой здесь? Хватало же вот последние два раза. И не впритык. Петя был не под сопротом, дамажил. Да, не насильно много, мы тоже через какие-то подлаги. Это не сколько, 2 миллиона. Ну расслабились, потому что там расслабились. Почему топ 5 и ДПС кусает в последнем? Меня это интересует. Я за тебя уже. Так, ладно, раз такая хуйня, короче, кусаю я Петю, дальше Депсиону, Петя кусает шнурки, после кусает FDK, Депсиона кусает Гламура, я кусаю Вакати,
Петя кусает дальше Майлика. Нурки дальше кусает. Бля, Райли опасно. Давай я покава. И дальше кусаются Ренессанс, Джипси, Будрейвен, Найоми и так далее. Изморский, Мистер Бон. Я помню, там просто... Так люди не запомнят. Я помню, кто-то макро списал с никами. Вообще, Сань, ты определи первых четырех человек, например, которые раскидают. Ребята, вам точно вам говорят, а вопросы просто берите и запоминайте цель. Остальные пускай сами уже кусают. Вот и все. Я сказал, уже кучу целей. Я кусаю. Да. А мне не работает, да? Не работает. Я, получается, кусаю FDK, а после него Майлика, потом свободно. Ну, Шнурки, FDK, Майлик. Вот моя четверка. Да, я кусаю тебя, Дексиона, Лукати. Дальше буду смотреть. Соберите еще бананы, блядь, нормально сейчас все было. Вы смотрите из Морского. Блин, уже полтора ляма осталось, до этого было 7. 4, сейчас 1.5. Все равно увидим. Ставьте в карту, смоньте Войда и Рарию. Будем начинать. Я Войда смою. Я ж не снял тебе еще ничего. Потому что тебя просто не прокили. Я видел, где ты стоял. Тебя, да, не прокили. Нет, тут недалеко, тут нормально. Просто я не знаю, почему тебя не прокили. На всякий раз забил. Я не успел там. Я его уже кастовал. Я не успел. Ну, потому что я как бы видел, где ты стоял. И поэтому я тебя не снял. И рядом возле тебя тоже никого не было. Я тебе сказал, раз, в чем твоя проблема была, я что сказал? Возле креста никого нет. Ты изначально возле креста стоял, потом начал через меня лежать. Вот ты и сдох. Сколько раз повторять, ты можешь не бить босса, пока не найдешь места себе. Крест, квадрат занятый. Двумя людьми. С двух сторон. Я, допустим, слева, Дексиона справа. И так же самое, Петя, там, допустим, слева, Женя справа. От креста. Он сказал, что его 10 минут не будет, тема боя. Ну, 10 минут прошло, его нет. Окей, 10 справедливо. Зайдет. Усанет. Апокалипсис, Женя, давайте будем снять. Ребят. Все, давайте. Жди, Женя, скриди. Тут бегает, все бегает он, давайте. Вот закидывай ПС. Войд, блядь. Нот. Быстрее реагировать можно, ё-моё. Ой, снова. Это опять полсекунды даже примерно стоит на месте. Келин.
бой. Так, хорошо. Реагировал, молодец. Течение и взлетка будет. Ищите место сразу себе. Крест, квадрат, напоминаю, свободен. Правая стенка вообще в час свободная. Мелики можете к правой стенке притык. Турки галь. Ну вот что вы возле креста трёчесь, блядь? Элика, прохильте, о, ну Маша. Сбежались. Иди. Так, Иннер по Скибиди, давай, Маша. Из Морской по Полинору. Ну, Элик побежал. Так, Ренессанс Леню обязательно укусите, он дамажит нормально. Элика. Грипси можно, Гламура. Гламуру кушаем, кстати. Все свои сывы подряд подбрал. Дайте крикни хп. На шнурке файт и Ярарио укусил. Пока лопушу. Держите ранее. Я из Морского укусил. Убежались. Тени вынесите, приготовьте через 9 секунд. Дали Геру. Войт. Более-менее. Ты смотри, пока он их укусил, ебало ваш рот, блядь. Он сказал, что укушен, блядь. Слушай внимательно. Дай БР по Лавону, по ФДК. После пакта встанет сразу. И Геру еще одну забьете у него. Okay. Давай, давай, вставай. Джипси побежал. Дайте Геру по нему и риба. Минимальный. Сейчас лучше идем. Давайте вынести главное хорошо, то и убьем. Маша Инна по себе. А, нет, окей, тогда. Дали укусы. Велик убежал. Добейте просто. Добейте, добейте. Молодцы. Молодцы. Петя, ты выжил? Конечно. Слава тебе, боже, блядь. Не вышел. А где Апокал сказал, что он укушен? Он весь бой хилил через Петю. А, чат, я понял. Чат еще читать, блядь. Петя бы не умер. Никак. Да не, вот сейчас во время берцых вдруг он умер, я вот прочу. Я пойду сунусь. У меня криты пошли как раз. И только не разбейся, не разбейся, главное. Короче, попробовал я фишку, ребят. Мне подсказали, ребята, опытные шаманы, может хилить через тотем, и хилит он дохуя, это раз. А хилит он массово, а только мог поставить символ, и все. Через тотем ты имеешь в виду поставить тотем исцеляющего потока? Да. Конечно, ты его ставишь. Так, не, это... надо его ставишь макрос там, и через него кушаешь хилишь. И он, блядь, хилит, блядь, и будь здоров. Мой лик линкани абсорб скиллом.
Ты имеешь в виду хилить прям тотем просто? Я пока не буду рассказывать свою карту полностью, но да. Приблизительно так и есть. Не, ну ты как просто как бы рассказал, а потом речь, я больше не расскажу. Тогда смысл. Да, я просто сказал, попробовал, и сколько раз я вообще хилил. Кэн, мейн 250. Миленькие все из себя сами вышвырнуть на острове. Помнишь, да? Дальше я хуси. А, все, на синдру теперь надо понять, как это делать. Так, минуту до концерта, нет? Да, все. В следующий раз я тебе объясню, как делать на синдру. Там 4 дыхания надо ударить гранью и 4 дыхания словить, по-моему. Да, я почитаю, посмотрю, я разберусь. Ну, все, на вас. Сэя никому не нужна, но успех за 125. Коля, надо? Сэя, раз, два, три, никому не надо? Ну, из Морски бери на мишку танка, на РБК танчить, ебать. Кстати, да, на танка можешь, если хочешь, за 125 берешь. Нахера. Кидай мне. А, бля, ну это было тяжело сегодня для меня. Хилы потели, как сушки просто. Сань, ты ж там не забудь начислить. Неправда. В бонус. Не, уже. Ну, я уже начислил. Ты, может, и не потел? Тем бонусом. Тут бонусом не пахло, но я дал все равно. Просто такие ошибки, блин, одно и то же, каждый раз делаете. Ну, блин, ну, учиться уже пора. Да, кстати, у нас же портал на синдру. Не, ребят, синдру сегодня не будем это бить. Ну, конечно. Без меня. Если будете бить, я завтра. Да. В понедельник будет синдра. Токен. На время я встроен, начислю. Ну, чего сладкать. 700 на Йоми раз. Будрейвен 800. Раз, на Йоми 1000. Да, все, Эрлон, ничего не надо. На Йоми 1000. Раз, два, три. Окей.